Итак, всем привет! Сегодня у нас обзор игрушки под названием Muscle Car Hill Climb 3D под Android. Игрушка, по сути, является самым обычным недоделком на Unity. Ничего примечательного я в ней не нашел, однако все-таки захотел сделать обзор. Не скажу, что это какой-либо трешак, но, однако, игра мне совершенно не понравилась. Итак, разберемся во всем по порядку. Во-первых, что мне не понравилось, это просто совершенно деревянная физика. Как видите на экране, она тут все-таки есть, но она как бы есть, ее как бы нету. С одной стороны, мы едем на машине, и вроде как бы колеса даже в правую сторону виляют, там в левую, машина немного раскачивается. Но с другой стороны, как вы можете видеть, когда я с какого-либо уступа или на уступ забираюсь, машина меня просто останавливается, как бревно, такое ощущение, как будто у него не пружины стоят, а два камня вбиты между колес. Короче говоря, совершенно не круто. Второй минус, который вы могли заметить, ну это, конечно же, совершенно попенская и тупая графика, которая ничем не может себе привлечь. Однако, что требовать от игры, которую сделал там 1-2 разработчика, и сделали они там тоже, там, ну не знаю, месяца 2-3. Игрушка же, по сути, на Unity, от нее большего не требуем. Однако, что же касается этой игры, я думал, все-таки она будет сделана более-менее качественно. Однако будут всякие обновления, дополнения, что в играх на Unity бывает крайне редко, но я все-таки надеюсь, что из этой игрушки возможно в будущем получится что-то более, чем просто какой-то трешак и непонятно зачем он вообще сделан. Попытался пройти хотя бы половину трассы, однако у меня ничего не получилось, хотел сделать некий таймер внизу, чтобы вы могли видеть, сколько требуется на прохождение одной трассы. Но это полнейшее дребедение, короче говоря, не стал я это делать, потому что пройти одну трассу совершенно невозможно, и где-то в середине вы просто начинаете беситься. Нет контрольных точек, короче говоря, где вы проиграли, начинайте с самого начала. Игрушка загружается довольно долго, машины тупят, графика ни о чем, игра сложная. Да, короче говоря, как вы уже могли заметить, я ее не рекомендую к скачиванию, однако она бесплатная, вы можете проверить в Google Play, она есть. Подписываемся на канал, ставим лайки и до встречи.